Всем привет! Вы на канале Суперстар. С вами морские свинки Мика, Арнольд, а также и хозяйка Саша, то есть я. И в этом видео я бы хотела с вами поделиться своим опытом, а также поговорить с вами на тему, как уговорить родителей завести морскую свинку, или же что делать, если родители не соглашаются приобрести нового питомца. Только что перед камерой прям Арнольд прошел через туннель. Просто в прошлом видео я вам снимала туннель, показывала обновки новые, и вот Арнольд ходит через туннель, что требовалось доказать. Что ж, ребятки, по поводу той темы, сначала я вам расскажу, как появились у меня морские свинки, уговаривала ли я родителей, а позже дам вам несколько советов, как уговорить родителей. Что ж, ребята, в общем, свинки у меня появились не так уж и давно, этим летом. Просто у меня, вы знаете, у меня уже была кошка. И знаете, я как-то вспомнила, что у меня когда-то был хомячок. И знаете, мне захотелось приобрести какого-то грызуна, новое животное. Знаете, мне даже что-то подумала, как я представила себе даже, как я буду, знаете, няшиться с этим животным. Я подумала о хомячках, подумала о свинках, о шиншиллах. И тут я подумала, а что если завести морскую свинку? Я сразу же рассказала об этом родителям. И мама говорит... Мама мне сразу сказала, что зачем она тебе, что кошки мало, у нас и так куча животных. А папа сказал, что мы можем приобрести, соответственно, если только ты за ними будешь ухаживать. В общем, на то уж пошло, что родители, соответственно, это был выходной, и они ехали в город. И я заодно их попросила заехать в зоомагазин и поискать морскую свинку. Ну, то есть купить, так скажем, морскую свинку. Ну, в общем, родители, мы с ними, получается, поехали. Так вышло, что они предложили нам поехать с ними в город, и мы с сестрой поехали с ними. Ну, позже мы по дороге домой, мы уже заехали в зоомагазин. Один, там не было морских свинок вообще. В одном зоомагазине мы заехали во второй, и там, соответственно, я нашла Мику и приобрела ее себе. То есть мои родители были вполне за то, чтобы приобрести морских свинок, и мне даже не пришлось их уговаривать. Позже, через месяцок где-то, у меня появился Арнольд. Конечно, да, я долго уговаривала родителей его приобрести, так как родители думали, что и носеньки хватит, но даже были такие условия, что родители мне сказали, что как бы давай мы тебе на Новый год подарим клетку, новую большую и вторую свинку. Так как, ну, в первых моих видео вы видели вот эту клетку, в которой жила Мика, и понимаете, там не хватило бы места для двух свинок. Вот, в общем, я была против того, чтобы ждать аж до Нового года, так как я понимала, что это очень много ждать, мне не хватило терпения, и я решила купить за свои деньги и свинку, и новую клетку. Так что, в общем, родители согласились на это, и я потратила почти все свои деньги, но зато я приобрела себе морскую свинку и новую большую клетку уже прямо сейчас, ну, где-то давно, где-то месяц назад. Ну что ж, ребятки, насчет советов, которые я могу дать, да. Первый совет. Скажите родителям, в общем, просто, знаете, скажите родителям, что вы сами будете ухаживать с морскими свинками, скажите, что они там, знаете, такие непривередливые, что в еде, так скажем, что их, знаете, там, их можно легко содержать, что вы сами будете за ними ухаживать и все такое. Второй вам совет, ребята. Просто, возможно, тоже, если у вас есть много личных денег, попробуйте купить, там, знаете, поговорить с родителем насчет того, чтобы купить морских свинок и клетку за свои деньги. Родителям это также, ну, знаете, родителям это будет лучше, так как им еще не придется тратить деньги на питомцев. Знаете, еще будет лучше всего, если у вас еще нет ни одного питомца, то, возможно, родители согласятся завести морских свинок. Ребятки, ну что ж, в принципе, я вам уже рассказывала, что мне даже выходило видео на канал «Плюсы и минусы морских свинок». Там я рассказывала, что морские свинки не дешево обходятся, но все равно вы можете сказать родителям, что там, так скажем, даже что они там дешево обходятся, и, возможно, родители согласятся. Ребяточки, я даже не знаю, какие вам еще дать советы, так как я даже не уговаривала родителей. Но я думаю, этого вам пока что хватит. Если что, пишите в комментариях, удалось ли вам уговорить родителей. А если не удалось, то я сниму на это видео вторую часть и подумаю еще какие-нибудь советы.
Ну так что ж, ребяточки, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, а также жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока, увидимся в следующем видео. Пока-пока!